Берегись, Анал! Этот корабль плывет прямо на нас! Берегись, Нубас! Я побежал! Куда ты побежал-то? Это ж просто картинка! Ты что, мне предупредить не мог, что ли? Я побежал корабль! Ну да, видимо, просто я немножечко перепутал. Всем привет, с вами Нубик Кубик и... И я профессионал Харди! Да, и добро пожаловать в новый офигительный видосик по строечке. И ты уже, наверное, догадался, что мы сегодня будем строить корабли за $1 за косарь и за $1 000 000. И я, конечно же, сегодня победю. Нет, победю я, потому что я поставил уже лайк и победа. Ах ты нифига, какой хитрюга, я вообще только про него хотел сказать. Молодец, теперь осталось, чтобы ты поставил тоже свой лайкосик на это видео и подписался на оба наших канала. Я тебе даю на это 3 секундочки, раз. А я проверю обязательно. Три, давай, все, сейчас Харди пойдет проверять, а мы пока что просто сразу же погнали строить. Итак, вот и готова моя первая построечка за $1, но я тебе покажу ее немного попозже. В ней есть один небольшой секретик, все, профессионал, я лечу к тебе. Давай ко мне скорее, я построил свой корабль. Правда, это что, немного... блин, такое? Ты дурак, что ли? Ты что сделал? У меня немножко дефект получился. Я его построил, волна поднялась сильно, и он поломался. Вот, врезался. Какая здесь может быть волна? Ты видишь, у тебя лужа, блин, здесь вообще какая-то. А корабль, по всей видимости, очень огромный. Но корабль все-таки поломался чуть-чуть. Вот так и получилось. Да, реально, совсем чуть-чуть поломался. Где его основная часть? Я даже этого не понимаю. Вот этот был нос, кормаз, вот. А это вот задняя часть. Я сейчас, короче, все понял. Видимо, у тебя был такой большой корабль, и все, что от него осталось, стоит ровно $1, да? Все правильно, вот ты прямо сказал, как это с языка снял. Нифига себе, ну ладно. Так, я тебя понял, твоя постройка получается ровно на $1. И погнали теперь посмотрим мою построечку, да-да-да. Посмотрим, а подписчики в комментариях пусть оценивают. Да, обязательно оценивайте пока что в комментариях. Мой разбитый корабль, мое крыто разбито, так сказать. Ну, можно сказать и так, да. Смотри, короче, у меня самый настоящий корабль. Красивенький? Вот. Это поворот. Ну, в общем-то, да, слушай, прикольная лодочка у тебя, конечно. Ну, смотри, у меня получается корабль, тут, знаешь, тут, получается, можно сесть раз, два, три. Короче, где-то человек 10, я думаю, может просто сесть сюда и сразу же катиться в дальнее плавание. Ну, возможно, ладно, пускай оценивают подписчики, мне, в принципе, ой, нравится, я куда-то упал. Кого оценивают? Еще один, все профессионал, там вообще-то еще есть небольшой секретик, погнали. Я заметил уже, когда плюхнулся туда, это что такое? Ну, ты же знаешь, что я люблю всякие игрушки, всякие вот такие автоматы красивенькие, компьютер, конечно, правда, он немножечко старенький. Да, я понял. Я решил его тоже поставить, конечно же. Все. Слушай, это какой-то получается подземный клад ты нашел. Ну да, я даже не знаю, честно говоря, это относится к кораблю или нет, но, наверное, относится, если здесь такая дырочка есть. Короче, ладно, просто зрители сейчас оценят, сколько стоит моя постройка, а мы погнали строить. Вот, блин, наши построечки немного затянулись, и смотри просто, сколько тут, блин, заспавнилось этих спрутов. Офигеть, ладно, я тебе. Какие спрутов? Ну просто, ты о чем? Лети ко мне уже, оценивай мою постройку. Да, просто я уже лечу, давай показывай, что у тебя за фигня. Опа-на! Погоди, это за $10 или за 1000, я забыл. Ну, бас, блин, это за косарь бакса вообще-то у нас построечка. Да, все верно. Я профессионал, ты как его так построил, блин? Это корабль Астрикса и Обеликса. А ты не думаешь, что он для них слишком большой? Их же всего лишь двое было. Да, ты видел одного из них? У него пузо торчит, а вот штанов там. Да, тоже верно. А получается, подожди, у тебя что есть? Вообще, что ли, ничего даже интересненького нету в корабле? Просто корабль и все? В принципе, да, ты видел, какой он здоровый? Я его строил полчаса, наверное. Ну да, согласен. Реально, мы так долго постройки строили. Стоп. Ты дурак, зачем тебе здесь арбузы? Это не арбузы, а это кактусы. Ой, кактусы, это что, я перепутал, профессионал. Зачем тебе здесь кактусы? Ну, в общем-то, это чтобы обороняться. Ну как, обороняться, вот, иголки. От кого, блин, обороняться? От мух, что ли, от каких-то, профессионал? Или от птиц? От водных охотников, от водных котиков, вот, да, я придумал. Точно, они же у нас в воздухе летают, и у нас эти кактусы так высоко находятся. Ну, видишь, как получилось. Ну, в общем, так, оценивай. Профессионал, да, смотри, получается, из-за того, что у тебя корабль такой большой получился, он реально стоит ровно косарь баксов. Прям тютелька в тютельку вообще. Все, теперь погнали посмотрим мою построечку. Стоп! Я сейчас, знаешь, что понял? То, что у тебя что, вот этот корабль, это часть вот этого корабля, что ли? Не-не-не, здесь был другой корабль. Здесь Титаник был, вот он утопился. А, да, Титаник, который был в луже. Мне кажется, ты немного ошибся. Ладно, погнали просто сразу же смотреть. Так, летим быстренько. Давай, скорее побежали. Я тебе лечу сразу же, показывай, что у меня сейчас будет за бомбезная постройка. Ого, это что за парусная лодка такая? Ну, вот такой я построил здесь парусник. И смотри просто, какой он бомбезный. Правда, я хотел сделать еще в нем такую небольшую секретную комнатку. Ну я, блин, ничего не придумал, что можно сделать в корабле. А я только хотел тебя спросить, где твоя секретная комната? Да нет, профессионал, в этот раз я решил обойтись без нее, потому что, ну его нафиг, я просто взял и сделал лодку полностью из стандартных блоков из Майнкрафта. Оно и так красиво выглядит, потому что мы очень старались и строили ее. Лучше, конечно, смотреть со стороны на эту огроменную штуку. Да, профессионал, ты тоже видишь, что у нас сейчас...
В море крипер плавает. Да-да-да, я это заметил. Мне кажется, он какой-то очень страшный. И, блин, он сейчас взорвет мою лодку, черт! Иди нафиг отсюда, чувак. И она потонет и будет, как моя. Вот с моей та же ситуация случилась. Да, его, наверное, взорвал крипер. Ладно, профессионал, сколько стоит моя постройка? Скажи быстренько, пожалуйста. Да, я думаю, ровно на $1000 потянет. Окей, но можно было еще вот вместо этой шерсти поставить золотые блоки. Уж совсем по-нубски было. Блин, кстати, точняк, что-то я забыл. Ну ладно, в следующий раз я обязательно учту. А пока что я пошел строить свою следующую построечку. А вот и моя самая секретная невидимая построечка, которую я тебе покажу немного попозже, потому что она получилась настолько бомбезной, что просто офигеть. Профессионал! Это что за фигня? Ты что здесь построил? Летучий голландец, что ли? Да, это мой летучий корабль огроменный, погляди на него. Я заколебался его строить. Подожди, профессионал, это что, это стекло? Ну да, а что такое? Зачем оно здесь? Да это просто, чтоб держалось лучше. А, ну ладно, как-то очень необычно. Я даже не понимаю, честно говоря, что это такое. Ну ладно, как-то выглядит вообще прям бомбезно. И здесь даже есть потайные комнаты, я тебе так скажу. И даже здесь есть какие-то вонючие алмазики. Нафига ты их вообще сделал, блин? Ну как, сразу видно, что про Киндольская. Пойдем спустимся в трюм. Нет, я вообще в шоке, с тебя Опа-на. А что у тебя здесь, пусто? Ну, бас, ты офигел, я его строил и так-то очень долго. Ну да, так можно было хотя бы чуть обустроить, потому что я, ну там вообще по минимуму тоже, знаешь, как бы обустроил. Ладно, в принципе, у тебя получается очень много места и очень много фантазий. Сюда для того, можно, чтобы, знаешь, сколько пиратов посадить, просто целую корабль пиратов. Так подожди, у тебя получается пиратский корабль или нет у самого-то? Я не знаю, ну пускай будет пиратский, да-да-да. Тогда зачем ты будешь вниз сажать пиратов, дурак? Чтобы на Нуба напасть и разгромить твой воздушный корабль. Или он не воздушный? Ну-ка, профессионал, спускайся вниз, быстро спускайся вниз сюда. Ладно, у меня для тебя есть один вопросик. Где? Куда идти? Так вниз спускайся на палубу или... Как это называется правильно? Я не знаю, да? А я в самый низ упал. Да не в самый низ, вот сюда, где мы только что с тобой были в колонку. Ну-ка, быстро иди сюда. У меня для тебя есть один небольшой вопросик. Смотри, мы, значит, заходим вот сюда. Даже не смотри. Что значит не смотри? Нафига ты это сделал? У тебя же типа профессиональный корабль, как ты говорил. Ну, я тоже, бывает, люблю золотишко немножечко. Профессионал спалился. Только, давай договоримся, чтобы ты никому не рассказывал. Окей, я никому не расскажу. Рот на замок и ключик проглоти. Да, они тоже никому не расскажут, обещаю. И в комментарии вы, конечно же, не пишите. Ни в коем случае, особенно под мой видос. Да, конечно же, под твой видос. Ладно, профессионал, знаешь, что я тебе хочу сказать? То, что вот если бы не вот эти золотые блоки, у тебя бы миллион постройка точно не стоила, а сейчас прям тютелька в тютельку. Вот прям вообще капец. Ну так я для этого-то и сделал, ну бас. Вот все правильно. Это получается твой тактический ход. Нифига ты, конечно, готов. Это был блеф. Специально, чтобы ты мне дал миллион за нее, и подписчики тоже. Да, конечно же, я так думаю, что настало время оценить постройку профессионала. А мы погнали посмотрим мою бомбезную постройку. Что же ты для меня приготовил? А вот сейчас ты все узнаешь. Давай, лети сюда быстрее. Я буду спиной лететь, чтобы удивиться. Так, лечу спиной. Так, я уже здесь? Угу. Да, ты здесь. Это что за штука из Звездных войн? Так, короче, профессионал, мы же с тобой строим корабли. И вот я решил построить самый настоящий звездный корабль. Слушай, вот этого я не ожидал. Я думал, мы только на воде строим корабли, Я сам такой, тоже об этом думал, как бы, а потом, когда вот начал строить эту постройку, я немного передумал и решил все-таки сделать вот такой бомбезный огромный корабль. Бас, ты где научился так строить? Ты мне объясни, откуда такие умения? Я не знаю, я просто, как бы, тут всякие блоки использовал. Ну, видишь, он как-то немного кривато получился, потому что тут блоки всякие рандомные и выглядит вижу. Не очень. Так, да я тут еще у тебя комнатку вижу, твою. Эй, ты офигел, я даже еще показать ее не успел. Ладно, я тебя понял, смотри. Здесь получается, я вообще по минимуму сделал. Здесь у нас такой... Это у тебя пульт управления, да? Да, пульт управления. Вот именно это я сейчас и хотел сказать. И вот здесь есть такой огромный просто монитор, чтобы следить за ситуацией, за обстановкой снаружи. И иди сюда, короче, еще сюда, профессионал, смотри. Так, куда? Мы здесь сюда быстренько по этому коридорчику идем. И вот здесь есть небольшое окошко. И куда оно? Это туалет, что ли, у тебя здесь? Да сам ты туалет, это просто, чтобы можно было стрелять по врагам, ты что ли глупый? А, я понял.
Ну, слушай, сразу же просто непонятно было. Но со стороны она выглядит, знаешь, насколько? Насколько? Я бы дал 5 миллионов, наверное. О, нифига себе, реально? Ну, я... Да, ну, это очень бомбезно получилось. Тут даже есть пушка, вон, смотри. Да, конечно же, профессионал специально. Я старался для этого, чтобы тебе понравилось и чтобы понравилось нашим зрителям. А еще у меня такой вопрос. Ты помнишь, как называется этот корабль или нет? Потому что я немного не помню. Нет, я только знаю, что он из Звездных Войнов. Но пускай нам лучше подписчики помогут в комментариях. Если вы знаете, как он называется, напишите это, пожалуйста, в комменты, потому что я, ну, честно говоря, немного это забыл, а профессионал, наверное, даже этого и не знал. Ты офигел, ну, Бас, ну, пускай будет так. Профессионал тоже это всего лишь забыл. Ну, а вы обязательно оцениваете мою бомбезную построечку и ставьте лайкосики на это видео. А еще не забывайте смотреть другие видосики на моем канале. Ну, а с вами был Кубик Нубик и Харди, пока!